Дебютант против дебютанта. Такое возможно только в Кубке Ульяновска. И то на ранних стадиях соревнований. В 1/512 финала встретились Чердаклинский труд и команда из областного центра «Элита». Хорошие игры. Чердаклинский коллектив на кубковый поединок вышел в зеленой форме с буковкой «Т» на майке каждого футболиста. И в первом тайме гости из района поразили соперника не только настроем, но и отменной физической подготовленностью. Она основана на спортивном разнообразии каждого игрока команды. И теннисисты есть, и хоккеисты есть, и футболисты. То есть во все играем. Стараемся, баскетболистов много. Поэтому поддерживаем спорт, футбол в частности. До перерыва труд доминировал на поле. Прессинг по всему полю стал полным откровением для «Элиты», оборона которой трещала по швам. 5 безответных мячей влетели в ворота ульяновцев. Чердаклинцы забивали на любой вкус. После изящных перепасовок, дальних ударов и даже с результативного паса вратаря. Неправильно вошли в игру, неправильно начали. Не собрались. И как, может, кто-то, может, перенервничал. Сам не понял. Второй тайм уже как-то лучше вошли, уже начали забивать, уже в защите получше начали. Просто не повезло, не собрались. Лишь после отдыха «Элита» начала играть тот футбол, который планировала. И вот уже Тимофей Глущенко отважился на удар со штрафного, назначенного в центре поля. Мяч в верхнем углу ворот. И команда в желтой форме воспряла духом. Она проводит одну атаку за другой. И теперь у ворот труда. Очень жарко. Усталость сказалась. Наверное, думали, что матч уже сделан. Но нельзя было, то есть, пропускать столько. То есть соперник достойный, но мы могли бы сыграть во втором тайме чуть лучше. Мы просто просели. Концовка матча прошла на встречных курсах. Команды порадовали болельщиков большим количеством забитых мячей. В итоге их набралось 13. Обыгрывай, вдвоем, вдвоем! Помогай, Артем! Восемь из них на счету игроков труда, который прошел следующую стадию Кубка Ульяновска. А вот для «Элиты», также проводившей свой дебютный матч в рамках соревнований под эгидой Федерации футбола Ульяновска, кубковый путь закончен. Конечно, мне непривычно. Как-то мы новички еще играли сами с собой. Ну, понравилось очень. Первая игра неудачно. Надеемся, что будет все хорошо в следующий раз. Кроме этого поединка в рамках 1/512 финала Кубка Ульяновска прошли еще 7 матчей. Самый крупный успех праздновал форвард, наколотивший ворота «Легиона» аж 15 мячей. А самой упорной получилась встреча «Партизана» и «Анака Кометы». Космические еще в первом тайме вели с преимуществом в 3 мяча, но «Партизаны» не сдались. И к середине второго тайма вышли вперед 4-3. Правда, погоня далась очень тяжело, и в итоге «Партизаны» не дотянули даже до серии пенальти, уступив 4-5. Следующий этап Кубка, кроме форварда, «Анака» и «Труда», пробились СБМЦ, «Пионер», «Медиа», «Асикс» и «Дельта». Следующий этап пройдет в январе будущего года.